в районе озера есть площадка для собачников. Заезд объездной. Я сейчас покажу, как это сделать. Мы доезжаем до Ледового дворца и поворачиваем налево. Дальше едем вдоль коттеджного поселка с таким мощным забором. Хотели сделать район для крутых, но не получилось. Сделали район для обычных людей. Но забор такой остался министерский. Здесь находится футбольное поле, но я очень редко здесь вижу, чтобы люди играли в футбол. Видимо, потому что не очень удобно добираться. Есть более удачные площадки. Озеро длинное. Ну вот и сама собачья площадка. Часто здесь вижу людей с большими собаками, приходят сюда и тренируются. Сейчас никого нету. Ориентир — озеро и парк. Вместо собак здесь отдыхающие. Нравится им здесь. Ну а мы дальше в парк едем. Ну а мы с дочерью въезжаем в сам парк. Вот колесо обозрения, мы с другой стороны до него доезжаем. Вот что меня раздражает летом, так это то, что постоянно косят траву. И жужжание стоит беспрерывное. Вот начался очередной покос травы, и вот жужжание. Курортный парк. Вернее, не курортный парк, это парк Победы. По-моему, 40-летие, там еще что-то. Ну, детский можно считать парк. Здесь по воскресенье работают аттракционы. Сейчас почему-то не работают. Видимо, еще детей нету. Вот мы доехали до озера. Озеро в этом году. В озере можно купаться. Вот как раз вот люди. С этой стороны детская площадка. Вот так. Так что в горячем ключе все рядом. А если вы на велосипеде, с той стороны